Киеве активисты организации «Азов» продолжают блокировать главный офис отделения Сбербанка, не пуская его сотрудников на работу. Участники акции намерены продолжать ее, пока банк не закроют. Они недовольны тем, что Сбербанк начал обслуживать клиентов с паспортами непризнанных ДНР и ЛНР. Вчера вход в офис Сбербанка в Киеве замуровали бетонными блоками. В других городах Украины банкоматы Сбербанка залили монтажной пеной. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что завтра президент Петр Порошенко проведет собрание, на котором планируется рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении украинской дочки Сбербанка. МИД России, в свою очередь, обвинил Киев в попустительстве действиям тех, кто блокирует работу банков.